Строительство очередной церкви на улице Марсельской вызвало недовольство соседей будущего культового сооружения. Горожане не желают просыпаться под звон колоколов. Но больше всего одесситов беспокоит то, что храм строят на месте парка, которых в Суворовском районе и так немного. Плотное партнерство власти и церкви – неотъемлемая часть украинских политтехнологий. Венцом этого сотрудничества является строительство церквей, соборов и прочих культовых сооружений. Политиков в Одессе много, а выборы проходят часто. Так что неизбежно наступает момент, когда постройка очередного храма воспринимается уже не как благо, а буквально как захват народной земли. Именно так отнеслись жители улицы Марсельской к закладке очередной церкви. Около семьи, большая церковь, чуть-чуть дальше на Затонского, строится храм, причем лет 15 или 20, я уже не знаю, никак достроить не может. Между домов церкви, причем церкви ставят, ну, если раньше для этого выбиралось какое-то особое место. Сейчас буквально вот кусочек, тут школа, тут магазин, хоп, церковь. Все. Церковь – это бизнес, все это знают. Спросите у тех же Попова, они вам подтвердят. Не зря они ездят на дорогих иномарках, не зря они сыто живут. Все. Ничего нечего, это только бизнес. Действительно, жители Суворовского района, мягко говоря, не погибают от духовного голода. Из всех районов Одессы этот самый богатый на церкви, рассказывают местные. Ближайший от места будущей стройки храм на углу Марсельской и Днепродороги, всего-то в 15 минутах ходьбы. Наибольшее возмущение у активистов вызывает тот факт, что культовое сооружение собираются строить не где-нибудь, а на месте парка. За забором оказалось несколько деревьев и огромный зеленый газон. Останні клаптики землі, ну, зелених насаджень просто забирають, причому під будівлі, на яких, в принципі, нема попиту. Жителів нашого району забирають останні сквери, останні парки. Це при тому, що їх і так не вистачає. Ну і це ще не все. Согласно проекту, рядом з храмом розміститься розвлекательний центр. Яркий плакат обіщає настоящий островок дитячого щастя, але місцеві жителі впевнені, що все закінчиться очередним притоном з сауною і наливайками. Недовольные стройкой собираются выяснить, кто за счет зеленой зоны строит этот религиозно-развлекательный комплекс. Мы сделаем еще пару информационных запросов, тогда у нас будет официальная информация на руках. И даже будем смотреть, что делать с этой информацией. Пока что мы знаем, что люди местные страшно недовольны этим всем делом, и они попросили помочь в этих вопросах разобраться, кто за этими стоит. Другие уже связали строительство с неким Сергеем Воротынским, главой ООО «Добро». Господин Воротынский якобы тесно связан с церковью, не только верой, но и узами бизнеса. Кто будує оцей притон? Забудовник ООО «Добро» и голова того товариства Воротинський, який тісно пов'язаний з церквою Московського патріархату. Тому треба ще в цій ситуації розібратися, звідки ноги тут ростуть. Инициаторы строительства могли бы назвать активистов заангажированными. Однако простые прохожие на вопрос, что же им нужнее, парк или церковь, отвечают однозначно. Ну, наверное, парк. Парк важнее, церковь можно в другом месте построить где-то. Но не так. Парк. Почему? Однозначно. Потому что я изучаю Библию, и в Библии говорится, что церковь – это собрание людей, а не что-то определенное. Поэтому, смотрите, у нас очень много на сегодняшнее, мало вернее, очень много озеленительных центров. Думаем, парк. Почему? Не знаю, для детей лучше как-то. Как бы на поселке просто нет ничего такого развлечений всяких. Ну, как бы, думаю, лучше парк. Строительство этой церкви развлечений благословил Одесский горсовет. Учитывая крепкую дружбу властей и попов, активистам для того, чтобы сохранить сквер, придется привести под высокий забор куда больше людей. Константин Гаков, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг».